Надежда Савченко во время службы в украинской армии была склонна к запоям. Новые штрихи к портрету неоднозначного народного депутата Верховной Рады добавил американский журналист Кристофер Миллер. Он выяснил, что Савченко нередко злоупотребляла спиртным, исполняя обязанности наводчицы в авиационном полку в Бродах в Львовской области. Сослуживцы считают, что таким образом Савченко пыталась бороться с депрессией после того, как ей не удалось стать пилотом боевого самолета. А ведь она так мечтала об этом. В целом, Савченко была психически неуравновешенным и проблемным офицером. Так отзываются о ней бывшие сослуживцы. Ну а что же касается алкоголя, то, по признанию коллег, иной раз она напивалась просто до беспамятства. Так однажды национальная героиня Украины уснула в пьяном угаре прямо в траве, и бездомный собаки лизали ей лицо. Впрочем, и сама Надежда в своей автобиографической книге не отрицает, что злоупотребляла спиртным. Эта проблема актуальна для нее и сегодня. Так, свое возвращение на родину после помилования в России она отметила возлияниями прямо в самолете.